13 января 2018-го, когда в России отмечали Старый Новый год, на американских Гавайях местные жители готовились к атомной войне. На телефоны гавайцев пришли сообщения, что по островам будет нанесен ядерный удар. В СМИ появилась соответствующая информация. Гавайям объявлено предупреждение об угрозе ракетной атаки. Немедленно пройдите в укрытие. Это не учение. Паника парализовала Гавайи. Почти час люди жили в ожидании войны. Но позже ситуация прояснилась. Тревога была ложной. Все дело в технике, которая дала сбой. Схожий случай был и в Советском Союзе. Это Станислав Петров, офицер, которого по праву можно называть героем холодной войны. В ночь на 23 сентября 1983 года Станислав Евграфович был оперативным дежурным на командном пункте системы предупреждения ракетного нападения в одной из секретных воинских частей Подмосковья. Ночью компьютер дежурного показал, что с территории Америки запущена баллистическая ракета в сторону СССР. Это ЧП. Начало войны. Петров должен доложить о ситуации командованию. Нужно бить в ответ. Но офицер этого не делает, считая, что компьютер допустил ошибку. Так и вышло. Уже позже выяснится, что техника приняла за ракету солнечные лучи, которые отражались от облаков. Машинная логика, она выстраивается на определенных, скажем так, да, нет, или, да, вот эта знаменитая, как говорится, логическая цепочка. В совокупности признаков, скажем так, могут привести к тому, что логика примет неверное решение, и таких примеров было в истории, когда за счет ложных срабатываний сигналов там, и так далее, принимались не те или иные неверные решения. И только благодаря вмешательству человека мир не получил ту самую ядерную катастрофу, которая могла быть. На сегодня существует огромное количество боевых роботов. Причем зачастую искусственный интеллект помещается на ладони. Вы видите одну из моделей микродрона. Есть микророботы. Это очень маленькие по размерам, в пределах нескольких сантиметров объекты, которые решают чрезвычайно узкие грузовики. Это чисто, как правило, автоматические системы, полностью автоматические системы. Они могут использовать главную ложную сейчас для решения задач развития. Есть роботы в габаритах насекомого, которые залетают в помещение, где сожидается и ведет разведку. Есть биороботы. Например, в муху, в пчелу внедряется небольшой приводопередатчик, микропередатчик. 2013 год. Венесуэла. Страна прощается с президентом Уго Чавесом. В диалоге с Западом политик не шел на компромиссы, считая Америку врагом номер один. В 2011-м врачи диагностировали у Чавеса рак. Руководитель страны перенес несколько операций, но медицина оказалась бессильна. Удивляет, что этот харизматичный, физически здоровый человек неожиданно заболел и буквально сгорел за считанные годы. Даже кубинские врачи, которые спасли от рака Фиделя Кастро, оказались бессильны. Существует версия о том, что Уго Чавеса убирали как раз с помощью высоких технологий. В качестве основного оружия был выбран радиоактивный элемент, потому что по всем признакам то, что случилось с Уго Чавесом, у него была лучевая болезнь. Понятное дело, что он там не ел уран ложками, достаточно было что-то очень сверхрадиоактивное и изменяющее попасть в его организм. Но как удалось облучить Чавеса, когда его охраняют днем и ночью? Способов доставки смертоносного изотопа не так много. Самое распространенное – отравить еду и воду. Но в случае с Уго Чавесом это исключено. Остаются суперсовременные технологии. Нанобот – незаметный глазу робот размером с человеческий волос, а то и меньше. Но и эта версия под вопросом, и на то есть весомый аргумент. Был ли там нанобот? Или какое-то нанооружие, это вопрос открытый, потому что доказательств это нет. Может быть, нет потому, что нету, скажем так, средств обнаружения вот этих вот, скажем так, боевых единиц, которых мы называем нанооружием. Уго Чавес давно в земле, и даже эксгумация, наверное, его не покажет, чем же его отравили. Поэтому это в качестве версии имеет право жить.
но доказательств этого нет. Таких роботов могут применить не только для покушения на конкретного человека. Они способны выводить из строя технику противника. Нано-киборги буквально пожирают боевые машины врага или даже просто ее обездвиживают. Вот эти наносмеси, которые обладают определенными качествами, они обладают возможностью поражать технику, главным образом, по разным направлениям. Одно из направлений – это создание условий, это уничтожение горючих смазочных материалов. Нано-робот превращает топливо в желе, следом разрушает топливную систему. Танк или бронетранспортер уже не поедут. Фантастика, но все серьезно. Можно ли как-то бороться с такими изобретениями? Нано-смеси, взвеси и отморожить очень сложно. Но это нужно специализированные устройства. Но это уже относится не столько к роботам, сколько уже к вопросам химической войны. Другое дело, как использовать таких боевых роботов. Так ли сложно доставить в определенную точку боевую микроединицу? Воздух, заборами существует, это распыление ощущается в районе цели, реактивными снарядами, еще чем-то. Но это пока еще больше сферы фантастики, нежели сферы реальности. Но в этом направлении работают у американцев активно. США. Август 2017-го. Американские разработчики представили новинку – боевого робота Eagle Prime. Мечта американцев, что в их стране появятся роботы из фильма «Трансформеры», стала реальностью. По-настоящему грозная, безумная техника, которая наводит ужас. Ну а боевики ИГИЛ только осваивают роботов и держат своих терминаторов на коротком поводке. А иначе никак. Как бы не взбунтовались и не вышли из-под контроля, как это часто бывает у террористов с их самодельными пушками и ракетами. Иногда создается ощущение, что железо и техника умнее своих создателей. Впрочем, среди террористов все-таки есть умельцы, которые разбираются в технике. Этот с виду неказистый джихад-мобиль не так прост, как кажется. Четыре колеса, пулемет на крыше, но управляется эта машина смерти с обычного джойстика игровой приставки. Когда смотришь на монитор оператора, создается ощущение, что это будто бы компьютерная игра. Может быть, это и рассчитано на наивных новобранцев, кто до этого убивал только в сетях. А это уже Россия, разработка наших конструкторов. Робот «Федор» — высокоинтеллектуальная машина, которая свободно стреляет с двух рук, умело работает с дрелью, поднимает гантели и даже управляет машиной. Но это не предел. Федора готовят к миссии на околоземной орбите. Ему предстоит управлять космическим кораблем. Полет запланирован на 2021 год. Задание не из легких. Впереди ожидают немало тестов, чтобы киборг отработал в космосе на отлично. Уже сейчас на Западе грядущий полет вызвал истерию. Русские решили завоевать космос. Хотя у западных партнеров самих рыльца в пушку. И теперь они рассматривают именно космос как ту площадку, на которой они собираются доминировать, и той площадке, где будет развиваться так называемая гонка вооружений. Поэтому ставка на космическое оружие у американцев сейчас является приоритетом номер один, и большинство проектов, на которые они тратят миллиарды долларов, как раз связаны с этим. В свое время Советский Союз предпринимал попытки милитаризировать космос. Орбитальные станции «Салют», на которых летали наши космонавты, на самом деле были боевыми станциями «Алмаз», на которых как раз и испытывались вот эти комплексы боевого оружия. Был у нас боевой комплекс под названием «Шарик». Работы на него начались в Коломне в 60-х годах. Вел его известный конструктор с такой фамилией «Непобедимый». Что из себя представлял этот советский боевой комплекс? Речь идет о применении ракет «Космос-Космос». Звучит грозно. Сразу представляешь громоздкую космическую пушку из фантастических романов, которая стреляет лазером. Однако разработка более прозаична, но не менее эффективна в бою. Для того, чтобы повредить космический аппарат, не нужно очень много, скажем, взрывчатого вещества. Достаточно просто встретиться с этим аппаратом на орбите на определенной скорости. И вот как раз вот этот боевой комплекс «Шарик» применял вот такого рода ракеты.
Диапазон применения ракет «Космос-Космос» составлял от 200 до 3500 километров. Наряду с этим шли разработки настоящей космической пушки. Первая проблема, с которой столкнулись конструкторы — порох не воспламеняется в безвоздушном пространстве. Как выйти из ситуации? И поэтому были сделаны специальные капсульные такие снаряды, которые как бы с небольшим количеством воздуха как раз там, где находился вот этот порох, они производили воспламенение. А перед самим распадом СССР наша оборонка решила испытать в космосе лазерное оружие. Увы, но страна приближалась к лихим 90-м, и проект заморозили до лучшего времени. То есть, если вдруг вопросы милитаризации космоса станут необратимыми, то Россия может вывести космос уже усовершенствованный подобного рода.